получил Рио, здорово. Моменты по тарку. Я только что объяснял. Моменты по тарку не будут копиться, если я не буду стримить или играть, понимаешь? Есть челик. Куда делся? Ага, вот. Двое. Трое. Деньги, блин, алё. Погиб, че шо, я не понял. Так, погоди, вот это раз. Вот там два. А, да, ну погиб. Понятно. Эмочка хорошая. Что-то я запутался. А здесь вот никто не крысит за камушками. Мам, никого. Нет, крысят. Как знал, ребят. Тупо как знал. Один такой. Тебя зовут-то там. Клановый, кстати. Может, он реально не один? Пойдем-ка проверим. Понятно, тут нагибатора какого-то убил. Бастард! Понятно. 5 человек, 7 в голову. Даже граната убила, типа, в голову. Сорян. Еще часок буду. Даже, может быть, чуть меньше, посмотрим. Двое! Вижу. Один прошел, да? По мне летит, мэд! Ноги меня перебил. Один к тебе, куда-то вот это, короче. Я знаю. В смысле, блядь, не простреливается? Что это за говно? Убил. Фары, врубай, какого из? Обоих. Я мечник, если чё. Где там? У нас вышка КПП, пока... челик сидит, фулка. Понял. Сейчас быстренько чекаю мечнику, иду к тебе. Попробую забайтить на хае.
Минус. Забайтил на хае, да? Не, он даже не успел хае взорваться. Ключница. Поехал пушить его в КПП-шку. Если все нормас, то уже пролутывать типа. А, у него советская каска была, блин, я думал, фулка. Что там, какой-то бомбик? Мне показалось, забрало торчало. Машинист. А, труп на бункере, кстати. Привычка, по-моему. С нашей стороны. Как подниматься к бумерангу. А там тип, Таныч. На бумеранге? От вышки береги патроны. Вижу, вижу, нет, вижу. Как... Вижу. Минус тип. Справа от бумеранга, да, был? Правильно? Он уходит, он дальше уходит налево. В смысле, блять, это не тот. Внизу. Внизу вдоль вагонов. Вдоль этого. Вдоль колючки. Налево вдоль колючки. По бункеру, да, сейчас ходит? Да, ну по бункеру уже, я не вижу. Это вообще разные. Он забежал в правый вход в бункера. А здесь боссы. А нет, это ЧВК, блядь. Я не понял нихера. Вы что, тут всех убили? На крыше допой сидит челик. Убил. Здесь боссы. Он здесь под нами, чел. Вот тут он, под нами. Да-да, я понял. Гранат много, можно пропушить. Слева. Убил. Нормально, нормально. Сейчас это что? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь труп 8. На депо 9. Мы с тобой 10-11. Где-то последний чел, все. Если он уже не мертвый. Если он не мертвый. Вот тогда будет неприятно. Мне кажется, в депо может быть еще кто-то. А, так вот, здесь два бировца. Вот. А, там два бировца лежит. Не-не-не-не, нет. Это один бировец, один этот. А. Предлагаю член. Лил базлой. Волой только в ушах на любую локацию. Значит, не буду его особо разлутывать. А, челобот? Я говорю, уже заспавнились вредители. Который там был на входе, нет, я не смотрел на то. С отдыхом. Третий этаж, по-моему, над нами. А нет, показалось себе. Да, курябчики. Я не знаю, я уже отбежал, уже не слышу. Сейчас мне показалось, там кто-то застонал. Слева, справа. Я туда смотрю. Беседки? Поедаю. Не замечу. Вы прям оперативно. Стараюсь. Я поставил какую-то пушку, что-то я могу забрать. Скинул на землю РПК, зацепишь потом. А мне? Вот он. Крыша. Минус. Хорошо. Все-таки не ошибся я. Да. Заруба, конечно, прикольная была. За такой короткий период просто вся карта минус. Да, было забавно. Надо бы потом посчитать, сколько по времени прошло. На крыше сидит челобот. Минус. Сейчас сейф посмотрю. Что такое нахер? На этом сидит. Ша. А я его.
Взорвал? Хорошо. Это не еще один челобот. Это чевок. ЧВК? Да. Ну, он, значит, точно последний в этот раз. Я еще одного челобота убил на тунгусках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается 6 ЧВК. И раз, два, три челобота, да? А вот 9 человек получается. Я не знаю, что мне делать. На М-ку топовые пульки, да. 995-е. Ты с Мосинкой? Это вообще не тот. Кашля, алло. А, вон он. Если это он. Нет, это не он. Это кто-то без брони, потому что экспансивка его просто уничтожила. Да, СПП 19. Да хоть бы пеху, блин. Это калаш нахерово. Кто-то как будто тут был. Понял, что кто-то с микрофоном, раз смотрю, еще что-то в онлайне сижу, смотрю. Им картошку с мясом кипят. Не меня потерял. Вот он, массинист. Кто-то слева? Кто-то бегает. Блин. Или у меня фобия уже, не знаю. Что-то одна из двух, короче. Быстрее давай аптеку убирай свою. Давай. Стой, здорово. Кресло Рампарт. Нет, кресло Кугар называется. Фирма Кугар такая. Пума по-русски. Слева бежал? Там что ли слева? Или вы вот про этого? Теперь я убил, да, получается, челоб. Не видел его. Эй, эй.
видел. Так, ну это пятый челобот, да, получается? Там пати типов бегает. А он с оптикой был? Друг. Он еще с обрезком был. Ёптыч. Гранатки есть? Быстрее, друг, быстрее. Ладно, у него явно ничего нету. А у нас вот там типы. Они вот тут кого-то стреляли, вот здесь. Вот же они. Минус двое. Боты одетые, да. Он туда не тут магазин поставил. Или говорун. В итоге я убил 7 людей. Мы убили. Я же ботов обычных не убивал, да? Ну да. Я только убивал людей. Вот, пожалуйста, 7. Это позволит вообще в легкую. Единственное, да, он как бы до сих пор играет на Full HD. Но может быть он теперь задумается перейти на более большой какой-то экран. Господи, не заметил его, где он был. О! О! Где ты, мышь? Даже не понял, где он был. По-моему, где-то сверху. Блять, боже, он сидит. Ёб твою мать. А потом вот такие челики. Нагибаторы, поняли, да? Заходят ко мне под стрим и пишут: ты играешь с читами, шойтан. Удали читы. А я говорю, нет. Каска засейвила от БТшки, видели первым патроном? По-моему, это был бифсек. Да, это был бифсек. Хиды. Кто-то бежит.
меня обходит слева и справа? Да ладно. Может быть. Реально обходил. Че, так ты опоздал. Надо было вдвоем меня пушить. А ты просто продал своего тиммейта. Поешка. Еще хаешка. Давай, хаешку. Ребятишки, вы что тут делаете? Тактик. Отлично. Так, а ты с чем был, друг? Я тоже в голову. О-о-о! Кошмар. Получил в лицо свое любопытное. Так, на чем мы здесь остановились? Блять, нет! Да ладно. Блин. А, нет, челобот. Эх, как там тебя зовут? Тоха, Тоха, ёб твою медь. Ну ладно. Ах.